Медведь Потап – бывший цирковой артист. Когда косолапый не смог выступать, стал вопрос о его дальнейшей судьбе и, главное, месте проживания. Природу такого хищника не выпустишь. Жилищный вопрос для взрослых медведей остро стоит по всей России. Однако именно в Приморском крае появился первый приют для таких вот косолапых горемык. Идея создания парка появилась после того, как управление охотнадзора обратилось в зоопарк «Садгород» с просьбой приютить взрослых гималайских медведей, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в естественную среду обитания. Сегодня на площади в 1 гектар гуляют 7 животных. В единственном в стране приюте для медведей обустроены озеро и берлоги, где обитатели могут даже залечь в зимнюю спячку. Гости могут наблюдать за животными из-за двойного ограждения или со смотрового мостика сверху. Пока здесь живут только самцы, а самки содержатся в отдельных вольерах, чтобы избежать конфликтов в сезон размножения. Сейчас в распоряжении авторов проекта поля площадью 10,8 гектаров. В следующем году планируется начать строительство второй очереди приюта для самок гималайских медведей и для хищных птиц, которых буквально каждый день приносят в зоопарк с поврежденными крыльями или лапами. Также специалисты намерены проводить просветительскую работу, возить сюда детей на открытые уроки биологии. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.